Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня очередной интересный обзорчик на героя, которого я сделал. Первый видос я там завтыкал, запорол вам показать, как ролили созвездия на нем. В общем, сейчас вам покажу, как я собрал героя. У нас будет череп 10-10 разброс, максимальная прокачка. Снимает 100 энергии с 4 героев. Также снимает потом по 100 энергии с героя, которого атакует. Плюс у меня стоит выживание для того, чтобы его так быстро сливали. У него устроенная жила. Плюс мы еще поставили ритуал, ну, обряд лечения, который добавляет жизни, плюс восстанавливает с удара. Плюс еще у нас дополнительно ангел. Ну, от стана у нас, конечно, ничего нету, никакой защиты. В общем, поехали, сразу же покажу, как он действует на арене. Давайте вот так вот сделаем. Как вообще в PvP-локациях будет действовать этот талант на максималке? Вот смотрите, давайте начнем с Атланта. Запустили. Смотрите, Валька, там еще кто-то один. У нас энергии идут сразу же с набором. Все, Атланта нашего ушатали. Теперь поехали. Попытка номер два. Ставим сюда черепа и смотрите внимательно. Валька уже без энергии. Там еще кто-то один остался, но 4 цели. То есть он сразу же снимает при входе в бой. Рубит, но он тут ничего по сути не сделает, потому что тут Фрея, и он будет просто бить голубей. То есть по сути он не справится. Давайте еще дальше посмотрим. Может кто-то интересный попадется нам. Тут все в основном с фреями и с прочим. Герой на сегодня не особо актуален, так как с него можно снять баф, его можно застанить, заморозить и прочее. Тут смотр бьет. Но то, что плюс, он не дает заряжаться. То есть он с каждого удара будет бить, герой не зарядится. Как видите, он их даже не убивает, они без всяких там мега супер пупер прокачек больше смотр выносит, он что-то их не пробивает даже толком. Мисс, мисс, я не вижу, по кому он там бьет. Сейчас посмотрим. Тут больше смотр наносит урона, то есть он будет одну цель не заряжать, остальные все равно будут заряжаться. Это чисто эффект такой, знаете, моментальный, временный на больше PvP локаций. То есть на PvP локациях он реально там будет тащить. А на других вариантах, ну, честно говоря, это ни о чем. Давайте сейчас еще кого-то поищем. Конечно, на стоп не ихти. Вот есть ворожей, давайте против ворожея запустим и пойдем дальше тестить. А, талант сам этот. Так, Асурик. Вот видите, его можно заблокировать, но Асурика слил. Сейчас посмотрим, если не успеет. А, его быстрее убили, короче, чем это. Фрейя ушатала. То есть Фрейя снимает бафы, и он бесполезный. То есть этот талант можно поставить кому-то одному на PvP локации. В принципе, в топах я не знаю. Мне кажется, это бессмысленно, но можно попробовать вариант поставить, например, там на Фрейю. Она дольше живет там, либо на того же самого Огника, как вариант, он будет просто не давать включаться, его слить сложнее. А на этом герое он просто чисто образно показал, что такое разброс, потому что разброс ставили ему, душику. А как вариант можно поставить душику, наровить ему там уклонение, но опять же это не особо спасет. Нормальная точность все равно пробьет его и героя сольют. Хотя с другой стороны там, чтобы вы не поставили, в принципе, это лучший вариант, он будет одного героя контрить. Но опять же, видите, он работает только один раз. Ну, в принципе, после веса он тоже должен забирать энергию, по идее. Надо будет это тоже проверить. Так, окей. Поехали, посмотрим на PvP локациях, как оно будет смотреться. Дальше это у нас будет
ZB-шка, убираем, ставим сюда черепа. Вот наш череп. 10-10, поехали посмотрим. Ну, я надеюсь, мы хоть на кого-то попадем. Но мы тут не увидим сразу, заберет он энергию или нет. Вот они все без энергии. Землеройка сразу же включился. Его заблочили, заморозили. Дальше он будет просто сливаться, как видите. И герои вообще без прорыва. То есть на черепа можно ставить, но просто знайте, что его ушатают. То есть такой вариант, такого таланта, я же говорю, лучше всего на кого-то поставить, того, кто более живучий. Но вы опять же поставите, вы не сможете ему там, разве что единственный вариант там эмблемы поставить, там ВСО, например, чтобы не так сильно пробивали. Так, вот хранитель. Ну, тут мы сразу не увидим, то есть он сразу будет их снимать, бафы с них. То есть они не будут включаться. Минус 4 героя, по сути, это, блин, 80% героев сразу же без энергии заходят. То есть если у вас там есть римочные, эта римка сразу же убирается. То есть есть вариант ударить первым. Но в большинстве случаев, сейчас я вам скажу так, герои с быстрым набором, очень мало кто ставит ремки, хотя большинство, наверное, все-таки ставит, смотря какой топ у вас. Ставят, вот посмотрите, что он делает, кого он там шатает сейчас. Вот он сейчас шатает Некроса, и Некрос не успевает набирать энергию. Он по нем не попадает. Ну, он успевает все-таки, у него быстрый набор, но он не так часто попадает. То есть варианты какие есть, но качать черепу на десятку, я считаю, такой талант бессмысленно. А пробовать качать Фрейя тоже смысла нет, хоть она дольше живет, Огнику, ну как вариант вторым можно попробовать поставить, надо будет попробовать у себя прокачать, посмотреть, что же все-таки будет, так как Огник хоть дольше живет. Но опять же, вы выбираете основной талант. Эмблем пока, к сожалению, нету. Хоть он у меня сейчас и с уклонами, как видите, он проседает очень дико. Ну вот Фрейя, все. Фрейя сейчас снимет баф, даже его отхил его не спасает. То есть против Фрейи он все равно жить не будет. То есть очень много героев, которые снимают. Если бы не снимался с него его баф, который дает ограничение, это реально было бы круто. Ну, более-менее, как видите, еще держится здесь. Но сейчас Фрейя второй раз попадет, и он улетит. Не, смотрите, живучий. Ну, к Фрейе он однозначно не подойдет, он ее не сольет. То есть везде, где есть Фрейя, он здесь, конечно, один. Он будет бесполезным. Ну, а так он не будет давать заряжаться переднему герою. Ну, его быстро ушатают, поэтому особо на него надежды не строить. И качать, тем более, без донату на десятку бессмысленно. Ну, а так как вариант, я не знаю, ну, это, я считаю, растраты. Но вот Космо и другие, как видите, даже не успели ударить первыми. То есть у вас такой шанс, такой вариант можно попробовать на Лабиринт. Вот там, я думаю, будет заходить, но там, опять же, там 9 героев. Там не факт, что он ударит по тем героям, которым надо. Но вот когда введут 9 эмблемы, вот тогда это будет, точнее 10, вот тогда реально это будет кайф от такого героя. От любого героя, то есть можно будет ставить однозначно там Зефиру, можно будет ставить Фрейя, их сложно убить, и они у вас просто будут обезвреживать. Ну, опять же, все зависит от того, кто будет впереди, но потом, если они доберутся до цели, то вы ничего не сделаете.
Так, это просто вот наглядный пример. Ребята просили показать тест 10-го таланта. То есть, сделали я такого черепа, у меня на черепе было. Можно было, в принципе, и душек сделать. У него хоть больше уклонения. У меня душек с другими талантами. Так, давайте еще попробуем против мохнатки. Ну вот, герои заходят в бой полностью без ремок. То есть 4, ну, опять фрея. Без варианта. Сейчас еще и нас ушатает ПБшка. Не, ПБшку слили. Дальше, к сожалению, он уже не зайдет. Единственный смотр будет блокировать, но к Фрею он не подойдет. Все, короче, вечный бой. Как хорошо огники сливаются об Зефира с отражалкой. Просто песня. Вот интересно будет попробовать все-таки, когда будут эмблемы 10 на PvP локациях, вот там где фобы есть, землеройки ремочные, в принципе, вот против них тоже как вариант. В топах тоже такой вариант есть, но это надо еще попасть. Давайте сейчас еще сделаем тестик. Я не помню, что у меня по героям стоит на... Блин, я уже даже забыл, где тут у нас... А, вот здесь френды. Где у нас стоит... Так, тут Афинка, Махатма. Так, 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 так. А что у нас? А, у нас на тесте вообще там стоят гарнизонные, по-моему, да. Там без вариантов. Ну, кстати, там тыковка вроде. С водушкой у меня она сейчас наберет энергию. Вот тыковка, вот посмотрите, вот они набрали энергию. Не все с энергией выпускаем. Сейчас выпустим сюда черепа. Посмотрим. Так, 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 так. Давайте его на таблетку поставим. Блин. Вот так вот. Заодно вы видите, каким образом работает скилл. Такс. А нифига. Смотрите. Странно. Очень странно. Вот они набрали энергию все. Не, с тыковки все-таки сняла, с остальных не сняла. Странно как-то.
Так, ну тут он, конечно, долго будет их бить. Давайте еще разок попробуем сразу же напасть. Смотрите, они заряжены. Да, снял с тритона, снял с тыквы, снял. Ну, тут понятно, он будет их убивать стычки. Смотрите, как замедлили его сразу. То есть он в таких вариациях сразу же снимает энергию, но это не особо спасает. Честно, это не особо спасает, особенно на PvP локациях, то есть его могут быстрее убить. Ну, для первого шанса, скажем так, это довольно-таки неплохо. Единственное, я еще потестирую, попробую этот разброс, то есть здесь каждый удар это снятие фулл энергии против героев топовых. В общем, ждите видосика, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.